Всем привет! Давайте продолжим делать наш трек для танка Т-34. Посмотрим, как это у нас получится. Ну, без косяков, может, пока вот без косяков вроде было, но что-то подозрительное. Давайте попробуем сделать эти треки. Давайте теперь выберем браш. Вот этот, вот эту кисть возьмем, армия Керри или Кюри, Карри, и нажмем букву М. Так, выберем вот этот вот, вот эту деталь. И теперь, так, я поближе поставлю. Вот возьмем вот эту точку, давайте вот от этой. И проведем маленькую полоску, нажмем Shift. Все вот так у нас получилось. Теперь давайте все это дело замаскируем. Так, не замаскируем, удалим вот эту курву. Это curve function, и жмем Delete. Все, она нам не нужна. Давайте теперь ядрить что-то не так. Давайте теперь вот это все дело замаскируем. Вот так вот сделаем. И теперь все это дело удалим. Удалять у нас... Сейчас, это у нас геометрии. Modify, Topology и Delhin. Все, мы это дело удалили. Давайте теперь вставим наши треки и посмотрим, как это все будет выглядеть. Так, отключим пока корпус. Вот так все это дело у нас выглядит. Так, сейчас я поставлю светлее экран. Вот это вот посветлее поставлю. И теперь что нам нужно сделать? Нам теперь нужно этот трек растянуть. Давайте вот так его сделаем. И потянем вот таким образом. Так, что-то это у нас кривовато получилось. Давайте попробуем его в другую сторону увеличить. Что-то он у нас как-то криво тянется. Ну, а теперь подвинем немножко вот так вот раз. Давайте теперь возьмем мов кисть и попробуем что-то ей подкорректировать. Не знаю, как это получится. Так. Вот что-то такое у нас получается. Немного кривовато. Но это мы все дело поправим. Делаем, в принципе, по первобытному. Кто-то, наверное, в
кто более продвинутый будет смотреть, скажет, что он тут лепит, ёханы валет. Ну, в принципе, вот так еще чуть-чуть здесь подкорректируем. В принципе, до меня для первого раза пойдет. Так, давайте все это дело выровняем. Проведем. Немножко вот так вот колесом прижмем. В принципе, на танке они, я так понял, тоже провисшие. Вот так это все дело делаем. Вот такое у нас получилось. Давайте откроем корпус. Отключим вот эту. Вот такая фишка у нас вышла. Давайте теперь сохранимся. Вот здесь вот чуть-чуть надо подкорректировать. Оп. Не то потянул. Давайте переключимся. Вот так. О, теперь должно быть нормально. Ну, в принципе, пойдет. Вот такой у нас получился трек. Все, всем пока. В следующем видео разберемся, как это дело все можно отзеркалить и перевести на эту сторону. Все, до свидания.